Добрый день, на обзоре ноутбук Irbis, ноутбук офисный для обычных легких задач, для серфинга в интернете, просмотра фильмов, ютуба. В нем стоит простенький процессор, 2 гига оперативки. Работает он на этих 2 гигах, в принципе, шустро. Здесь у него стоит маленький диск по типу флешки в 32 гига. Такой по типу нетбука. Работает он отлично. Wi-Fi подключен, подключил мышку, порт USB работает. Здесь у него идет еще один порт, также выход под мини HDMI. YouTube работает, звук работает. Клавиатура не залита, все с ней в порядке, работает все тоже отлично. По внешнему состоянию вот здесь есть потертость, здесь какое-то пятнышко. А здесь царапинки небольшие. В комплекте идет у него зарядное устройство. Экран без каких-либо битых пикселей, засветов, пятен. Все в отличном состоянии. Все прекрасно работает. Ноутбук тоненький. Сделан по типу ультрабук. Точная модель. Болтики все на месте. Он не крутился, не разбирался. Также резиночки, подставки, все тоже на месте. Ничего не погнуто. Для работы, под фильмы. Самое то.